значение Курской битвы на тот момент, на том этапе, переоценить невозможно. В школе «Флагман» прошел исторический урок, на котором собрались жители Новых Химок. Лекцию посвятили одному из знаковых событий времен Великой Отечественной войны – Курской битве. Мероприятие состоялось в рамках патриотического проекта «Химки. Успех в единстве поколений». Исторический урок провел директор школы Евгений Наземцев. Цель его – это расширить круг людей, занятых в патриотическом воспитании, в разъяснении позиции нашей страны, в разъяснении политической направленности нашей страны, ну и, естественно, для восстановления тех культурных, традиционных особенностей нашего народа, русского народа. Русского имею в виду не национальность, а территориальную принадлежность. Евгений Наземцев напомнил собравшимся, что 81 год назад произошло крупнейшее в мире танковое сражение – битва под Прохоровкой. Это событие и стало символом стойкости и решимости советского народа. Нашим войскам удалось сорвать план немецкого контрнаступления и разгромить врага. На мой взгляд, невозможно жить и вообще людям, и на сегодняшний день не зная свою историю. История – это определенный опыт, который мы можем передать. Это очень интересно, познавательно. И мне, как там, матери двоих детей, и рассказывать о том, что было, как нужно ценить свою родину. И, естественно, это помогает в воспитании детей и будущего поколения. В ходе встречи были показаны отрывки из художественных фильмов о военном времени, приведены исторические факты. На встрече говорили о том, как важно знать и помнить историю нашего народа. Это воспитание, это культура, это уважение к собеседнику, это уважение ко всему, что происходит вокруг. Это те люди, которые не просто видели кровь. В школе «Флагман» патриотические лекции проходят регулярно. Следующая встреча состоится уже во вторник. Она будет посвящена началу Сталинградской битвы. Юлиана Мазырина, Софья Ткаченко. Новости Химки ТВ.